Сборной Молдавии по футболу предстоит самые насыщенные 11 дней за всю историю. Сборная сыграет 4 официальных матча. Такой плотный календарь в Лиге наций. Уже сегодня матч в гостях против Лихтенштейна. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы нашим болельщикам за нас не было стыдно. Поэтому я вас уверяю, что настрой очень серьезный, и мы постараемся добиться того результата, за который мы приехали, за победой. После Лихтенштейна сборная Молдавии отправится в другую карликовую страну Андорру и сыграет там в понедельник. Затем два матча дома против Латвии и Андорры. У молдавской сборной есть проблемы с составом. Она не может рассчитывать на своего самого именитого игрока Артура Ионице. Также расположение команды из-за травмы покинул экс-шерифовец Раду Гонсарь. При таком плотном календаре наверняка будет ротация в составе. Шанс сыграть есть у вратаря Шерифа Дмитрия Челядника, который вызван в сборную. Молодежной сборной Молдавии сразу 4 представителя Шерифа: вратарь Роман Думенко, полузащитники Никита Коваль и Серафим Кожакарь, нападающий Евгений Глига. Они могут принять участие в предстоящих матчах отбора на чемпионат Европы против Нидерландов и Швейцарии. Обе игры пройдут в Кишиневе.